пожалуйста, это третий вариант. Это за справедливость, и контроль над чиновниками. Как поправки в Конституцию повлияют на жизнь обычных людей? Что изменится после голосования 1 июля и почему так важно сделать свой выбор? На эти и не только вопросы отвечают добровольцы акции «Волонтеры Конституции», которая проходит в торговом центре «Солнечный». В рамках акции волонтеры рассказывают жителям города о поправках в Конституцию и о процессе голосования, а также о благотворительных проектах страны и региона, в которых может принять участие каждый. Мы можем рассказать о поправках кратко и отослать на сайт, где есть полное описание текста поправок. Еще мы консультируем по добровольческим проектам, которые существуют в данный момент. Жители Солнечногорска к акции отнеслись с интересом. Многие подходят, общаются с волонтерами. Считают, помощь добровольцев важна, стараются разобраться и осознанно сделать свой выбор. Говорят, голосование – отличный повод ознакомиться с главным законом страны и шанс поучаствовать в ее жизни. Мне не все равно на других людей. У меня также родные есть, племянник, там мама, папа. Надеюсь, что наше правительство и, скажем так, госслужащие, да, будут следить за поправками, чтобы исполнять полноценно. Конечно, это важно. Не все же читают поправки, а знать должны все. Живем-то в России. Это наш закон. Отмечают и самые важные и нужные поправки. Мне больше всего устраивает поправка, связанная с трудовой деятельностью, что какая-то ответственность впереди у работодателей перед нами. Для меня очень важна поправка в русском языке, что это главный язык в нашей стране, и мы должны говорить на нем. Более 100 тысяч добровольцев по всей стране уже работают с гражданами, стараясь сделать все поправки в Конституцию понятными и важными для каждого. Анастасия Николаева, Олег Макаров, Петр Васильев. Наше время.